я знаете, как его самое? Я варил, я его варила, у меня мама так варила то же самое. Она обжаривала в жир, вот это по внутреннем жире, да, обжарит кастрюлю прямо масло, сразу бросила туда. Лук, значит, это самое мясо, значит, да, вот лавровый лист, все это вместе все обжаривала, а потом только заливала кипятком. Кипяченым кипятком. И варилось это все. Вот оно варится, 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 и потом добавляется лапша тут. Только картошки не надо. А почему? Ну, потому что это бурятский суп. А, ну да. Здесь буряты раньше картошку-то не сажали. Это когда вот пришли наши эти казаки, казачество вот эти, которые мы, как мы называем, семейские-то. Вот, они привезли все это, конечно. Ну вот. А чисто бурятский суп, он без картошки. Вот. Может быть, с мангыром. Мангыр. Это лук. Да, лапша. Еще лапша, знаете, как говорила, мне отец говорил, вот сюда толкаешь, а тут уже видно. Длинный. Пятой точки видно. Вот такой вот длины. Там воздух наглотается. Вот. Ну, в общем-то, это тоже интересно, когда тянешь эту лапшу, тянешь, тянешь, она бесконечная, бесконечная. В этом тоже есть кайф, чтобы большую семью накормить. Понимаете? Вот почему так бред. Бред говорил так раньше. Я богат детьми. Почему? Вот. Потому что он у меня умножит скот. Мое подворье умножит. Вот. Потому что у меня много, мне не надо будет платить батракам. У меня свои дети работают. А батраков иметь, это значит платить надо. А я не настолько богат. А у меня, я богат только детьми. И почему-то у нас, вот как сложилось еще Советского Союза, что три человека, три ребенка, это уже ой, ай, ой. Сейчас нет. Если моя мама имела, значит, да, 9 детей родила, то моя сестра еще передо мной старшая, да, у нее тоже была, она многодетная мать. Это уже второе поколение. А дочка моя уже получилась третья. Если Бог мне не дал, только вот детей родить. Ну, вот у меня дочь продолжила, так сказать, вот эту династию Гендуновой многодетных. Вот. И если это многодетные, значит, вот люди так немножко отрицательно, как-то негативно относятся, что ой, куда это так, это нищету плодить там или все такое прочее. Но, извините, многодетный многодетному рознь. Вот. Как говорится, знаете, как мне сейчас, дочь у меня пришла к тому мнению, она говорит, мама, знаешь, говорит, вот одного очень тяжело растить. Вот второго тоже, а вот уже третьего полегче. А уже других, уже вообще, можно сказать, очень даже хорошо и комфортно. Даже не, вот легко, легко. Мне легче, говорит, когда много детей. Конечно, они играют друг с другом. На самом деле это так. Да. На самом деле это так. Я сама это ощутила. Единственное, вот за кружки платить. Да. Ну вот это материально, то я думаю, пока мы еще в силе, пока мы еще работаем, значит, да, со своим мужем, то, конечно же, мы реально помогаем. Я скажу, не так вот хожу и вот прям на эту. Нет. Пусть они сами добывают этот хлеб. Как. Но мы так, как это, как скорая помощь. Вот все. А специально я там прямо заморачиваться, чтобы здесь возиться, водиться там с детьми, да, это там чего-то. Да, я вожусь. Только тогда, когда она меня попросит. Все.